преддверии новогодних и рождественских праздников с 9 по 15 декабря в Коске «Россия» в Екатеринбурге по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения пройдет православная ярмарка «Рождественский подарок». Посетители выставки смогут не только приобрести подарки и нужные вещи, но и принять участие в различных мастер-классах, на которых посетители смогут научиться делать различные подарки ручной работы и новогодние украшения. Также будут организованы занятия по храмовой флористике и рисованию, в том числе для малышей. 9 декабря в 12:00 на торжественном открытии православной ярмарки будет совершен молебен на начало благого дела. Посетители смогут поклониться главным святыням выставки – иконе Рождества Христова и иконе святой великомученицы Екатерины. Время работы ярмарки с 9 по 14 декабря с 10:00 до 19:00, 15 декабря с 10:00 до 16:00. Вход свободный.